употребление времен. В рассказе о прошлом могут употребляться глаголы не только в прошедшем, но также в настоящем и будущем времени. Это нужно для того, чтобы прошедшее воспринималось так, будто действие происходит сейчас, в момент речи. Например, перепелочка тихонько ходила по клетке и тихонько насвистывала, а то ляжет на бочок и купается в песке. Повторение. Прослушай еще раз раздел «Глагол».